друзья, всех приветствуем. Поджарим к чаю греночки. Для этого мы взяли кусочки батона и подготовим яично-молочную смесь для обжарки. Разбили 2 яйца. Добавим 2 чайные ложечки сахарного песка. Вливаем молочко. И все хорошо взбиваем. Разогреваем сковородку с растительным маслом. Кусочки батона обмакиваем в нашей яично-молочной смеси. И отправляем для обжарки. Сверху посыпаем сахаром. Переворачиваем греночки на другую сторону. Также обжариваем до золотистой корочки. Греночки обжарились. Перекладываем в тарелочку. И обжариваем следующие кусочки. Греночки мы поджарили. Вот такие они у нас румяные получились. Нежные, мягкие, воздушные. Всем приятного чаепития. Всем спасибо за просмотр. Всего самого наилучшего.